Самый лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Поэтому, дорогие мамы, мама Неля, мама Саша, дорогие бабушки, я поздравляю вас с 8 марта, с этим прекрасным днем весны, весенним праздником. Ну, у нас в Таиланде лето все время, но, тем не менее, я знаю, что для вас это будет яркий солнечный день. Когда я был в России, когда я нахожусь в России, у меня есть возможность поздравить вас лично, но сейчас вот я записываю это видео для того, чтобы быть к вам немножечко ближе. Желаю вам счастья, я вас очень сильно люблю. С 8 марта.